Всем привет, друзья! На самом деле, такое немного спонтанное видео, раз уж у нас выпало сразу три одновременно сборки наших бюджетных решений, которые мы выпустили в сентябре этого года, то решил с вами этим поделиться. Значит, что это вообще за решение? Так как мы собрали за свое все время около 250 счетов, электросчетов и для домов, и для квартир, и не только, и для производств в том числе, для квартир с одноразовым вводом мы решили, что можно оптимизировать некоторые вещи и сделать какое-то решение, которое будет более-менее универсальным. Понятное дело, что это решение не для всех и не под всех, но для тех, как, на мой взгляд, кто хочет иметь базовую, но хорошую защиту и надежную, эти решения подойдут. Соответственно, я собрал там кучу разных проектов, посмотрел, что наиболее часто устанавливают реально в квартирах, что реже всего устанавливают и прочее, и сделал вот такие вот варианты. У нас их два. Это версия Light и версия Medium. Может быть, когда-нибудь будет версия Large или Big или что-нибудь в этом духе. Здесь как раз представлены обе. Это Light, это Medium и Medium. Medium версия это у нас с неотключаемой группой, там большее количество линий. Light версия совсем простенькая, там нет неотключаемых линий, меньшее количество узлов и вообще в принципе меньшее количество разделений на технику, на линии. То есть объединений больше. Так или иначе, нужно понять, что каждый из этих вариантов счетов, если сравнивать с нашими индивидуальными решениями, это в какой-то мере компромиссное решение, потому что линии мы объединяем, УЗО какие-то объединяем, там водные и климатическое. В данном случае в маленьком щите это, по-моему, водное, климатическое и свет, да, вся техника и свет объединена. Тем не менее, это все равно каждая линия защищена своим УЗО, ну не своим, а в принципе УЗО защищена, то есть мы не оставляем шанса, чтобы вас ударило и током и ничего не отключилось. Если уж и ударит, то отключится, то есть постоянно не будет трясти условно. Поэтому каждая техника защищена УЗО, обязательно стоит реле напряжения на вводе для защиты вашей техники, которая в доме будет установлена. Но за счет вот этих оптимизаций, и да, мы еще здесь применяем промсерия, это F-серия, S-серия и SD-серия оборудования ABB. Используем эту серию, потому что там более широкий спектр характеристик у них, значит это более надежное, то есть оно больше способно выдержать, это лучше. Но автоматы, автоматические выключатели мы взяли категории C, это тип электромагнитного расцепителя. Опять же, плюс-минус, как все считают, это нормально для бытового сектора домов частных и квартир, этого достаточно, просто в индивидуальных мы перестраховываемся и берем B, так как они более чувствительно и быстрее отключится в случае превышения тока за пределы, заданные производителем. Ну, коротко пробегусь, значит, давайте с лайта. Причем этот лайт у нас, потому что попросил заказчик еще убрать технику кухни, это варочная и духовка, потому что просто их не будет, они газовые. На самом деле здесь должно быть три УЗО и еще два автомата на варочную и на духовку. В одной автомат УЗМ-ка обязательно, реле напряжения, группа автоматических включателей техники. Также здесь мы ставим стандарт на сигнализацию. Не факт, что она будет, но мы в стандарт мы это вкладываем, потому что часто сигнализации, какие-нибудь охранные системы ставят. Свет на трех автоматах и розеточная группа. Соответственно, здесь две УЗОшки, было бы с техникой кухни два автомата и третья УЗОшка. Эти более интересные, это уже версия Medium, она у нас с неотключаемой группой. Дополнительно появляется УЗО на неотключаемую линию, так называемые неотключаемые, когда вы одним рубильником уходите, оставляете то, что нужно, запитанным. Холодильники, роутеры, системы от протечек и что-то в этом духе, сигнализация. Обязательно реле напряжения, второй рубильник, 4 УЗО, и здесь также у нас 4 УЗО. И разделение на технику, техника кухни, водная техника, климатическая и розетки. Свет у нас также определен на 3 автоматических выключателя. В принципе, эти решения можно разделить по количеству, по объему квартиры. Это решение подойдет для 1-2 комнат, так как, в принципе, здесь и так у нас есть гостиная, там, детская или спальня, или что-то в этом духе, 2 комнаты. Здесь у нас уже может до 4 комнат. Здесь есть 2 дополнительных автомата для теплых полов, 2 автомата под кондиционеры. В будущем вообще планируем сделать таким образом, чтобы вкладывать просто наклейки с самыми типовыми названиями помещений или техники, и человек сам уже, исходя из того, какая у него реально будет линия, эту наклейку приклеивал, да, это будет не так эстетично, как мы это делаем сейчас, когда у нас все одной линии, да, вот все автоматы подписаны, придется каждую отдельно клеить, но тем не менее это будет все-таки более эстетично, чем использовать те, которые идут в комплекте, но это в основном все-таки тогда, когда мы планируем, когда эти щиты будут в магазинах у нас лежать, их можно будет купить, а внутри будет список этих наклеечек, которые можно будет наклеить. Почему бюджетные? Почему так назвал? Ну, опять же, все относительно в этом мире, и если сравнивать это с индивидуальными проектами, которые мы делаем,
делаем, который стоит отдельно за разработку проекта именно под ваш объект, применение тех или иных условий, аппаратов и прочее. В сравнении с индивидуальным это получается на процентов до 30% дешевле, может быть даже до 40%. Опять же, нужно сравнивать. Ну, условно, берем индивидуальный проект электрощит, который мы делаем по своим стандартам, как мы считаем, сегодня нужно делать и правильно, чтобы это было безопасно. Это проектирование, это сборка, это комплектующие. За круг, да, за все конечное изделие, около 70 тысяч рублей. Эти решения начинаются от 35. 35, 40, 45 и 55 тысяч рублей. Опять же, откуда, почему там в лайте и 35 есть, и 40, и в медиуме 45 и 55. Чем больше номинал ввода, тем дороже стоит оборудование. Мы за свою часть ровно столько, как более маленький ввод, так и за более большой, естественно, по работам это ровно то же самое время. А вот оборудование стоит дороже, поэтому и разница в цене. Тем не менее, за 35 тысяч рублей вы получаете готовые изделия, которые мы точно так же, как и во всех индивидуальных проектах, все делаем аккуратно. Мы это все докручиваем, все клеммы динамометрическим инструментом, отвертками, которые у нас есть разных номиналов. От 0,4 до 8 ньютон-метров у нас закрывает. Обязательно проверяем это все. Реле напряжение проверяем латером. У Зои диф-автомат, если они есть, мы проверяем Метрел 3122, оборудование для проверки дифференциальных устройств. АВДТ и ВДТ. Маркировка вся принтером этикеток выполнена. Автоматические выключатели, УЗО, оборудование, нулевые шинки и шинки заземления. Также наклейки принтером этикеток на пластроны, чтобы было понятно, за что отвечает какой автомат. Поэтому за 35 тысяч рублей можно получить современный, надежный, безопасный электрощит и поставить его в свою квартиру. Да, придется какие-то линии, возможно, объединить, а может быть, даже в вашем случае они чуть-чуть окажутся избыточными, останется пару автоматов для резерва. Но всегда можно в данном случае, пока мы это делаем по факту, мы не в магазине, они у нас не лежат заготовки, мы делаем по факту, можно попросить, как здесь, удалить что-то, или как было пару вариантов, когда просили что-то добавить. Также легко это делать. Ну, естественно, отсюда мы вычли деньги, которые стоило это оборудование в другой щит, в который нужно добавить, мы просто прибавим стоимость оборудования с нашей скидкой. Мы ее вам полностью отдаем. Мы с нее не зарабатываем. Нам не интересно. Ну, мне не интересно. Я делаю руками, я делаю головой, и за это я готов брать деньги. А за то, что я просто купи-продай дешевле, я так не поступаю. Ну, вот и все. Поэтому думайте, решайте индивидуальные или бюджетные вот эти решения. Рассказал, показал, а выбор за вами. Берегите себя, своих близких и свою жизнь. Всем до связи. Пока.